Всем доброе утро. У нас утро вторника. Вчера ребят ничего не снимала. Некогда было. Целый день в администрации. То туды, то сюды. То одно, то второе. И, короче говоря, профилонила я вчера. Не до этого было. Сейчас мы идем в садик. Вчера тоже Марина с Ваней в садик ходили. Первый день вроде ничего. Воспитатели сказали. Ну, сейчас идем в садик. Вчера еще им варежки купила. Так тоже не показала ничего. Ну, потом покажем. Теплые варежки взяла им. Шагай, шагай, Мариночка, шагай. Все, тут уже светло, можно фонарик выключать. О, темно. Ладно, шагаем мы в садик. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Дорогие друзья, у нас уже время день. Смотрите, сколько птичек. Мы тут повесили кормушку, и птички вот слетаются. Каждый день мы сыпем корм, а тут наша Вася за ними наблюдает. Очень она любит за ними наблюдать. И их тут вот целая стайка летает. Видите, там кормушка у нас висит, и мы их кормим. Каждый раз зимой вот так вот кормим на зиму их. И они довольны, тут постоянно обитают теперь. Напишите, вы вешаете в своих вообще домах кормушки или нет. Вот, мы повесили. Таких кадров у нас будет очень много. Если кому интересно, то проходите на канал «Жизнь домашних животных». Мы почаще будем там выкладывать кадры с птичками. Смотрите, там в кустах прям их очень много. Там такое ощущение, как будто они там гнездо создали. Их там, там смородина у меня, их много там. И вот на веточке качается, интересно. Напишите обязательно, если это вам нравится. Это мы так готовимся ко съемке. Обзор. А тебя там не видно, там Машу видно, как она кресло делает, не переживай. У нас пришел Тики-Текс уже несколько дней, да, Маша лежит? Маша говорит, мам, давай заснимем уже, а пока нет ребят дома маленьких. И вот Маша готовит место. Потому что у нас, как понимаете, маленькая квартира, поэтому приходится вот так вот изощряться. Все, сейчас вот эти вот все курточки убираем отсюда. На место в коридор вешаем. Все, сейчас будем вам снимать обзор Тики-Тека. Девчоночки, привет. Пока, короче говоря, Маша там готовит все для съемок, чтобы Тики-Тек сделать, заснять вам обзор того, что нам пришло. Я тут пытаюсь накраситься. Принесла все наши кисти, которые у нас есть. Косметика, плюс тени, которыми я пользуюсь от канала Майами Мама. Ссылку оставлю в описании. Классные, кстати, тени, но мне здесь одни нравятся. Остальными у меня в основном девочки пользуются. Вот, видите, какие они уже. Мне вот эти серебристые, я балдею от них. Тут в каком-то, по-моему, вчера или позавчера я видео выкладывала, где я накрашена. Мне много написали комментариев, что Настя, это свежо, это классно, ты выглядишь с этим макияжем просто супер. И поэтому я решила опять накраситься для обзора, немножко себя в порядок привести. Поэтому будем краситься. Если интересно, то оставайтесь с нами. Ну, а я приступаю краситься.
все, девчуля, накрасилась. Мне вот эти вот помадки приходили с Алиэкспресс. Вот сейчас она питается, и смотрите, она не размазывается, и на руке тоже почти ничего не... Но она еще плохо питалась, но вот она не мажется. Они потом долго держатся, и ничего не это. Вообще классные помады. Ладно, все, переодеваюсь, идем снимать Экитекс. Если кому интересно, то скоро выйдет видео. Будет следующим. Ну, следующим. Вы поймете. Ладно, девчонки, всем хорошего дня. Больше улыбайтесь, больше радуйтесь жизни. Живите, как последний день. У нас вечер. Оксана, кстати, уже в новых сапогах ходит. А когда гуляет, она старые сапоги, да, Оксана одевает. А в школу вот в этих новых. А то все писали, что Оксана ходит в тоненьких. Нет, у нее зимние, теплые. Достал снегокат? А, найти снегокат еще не могут. Мы ждем, когда нам снегокат дадут. Маша с Оксаной со мной в садик идет. Ждем снегокат. На улице хорошо, тепло, да? Мы сегодня такие кадры интересные с птичками. Вот там у нас кормушку мы повесили. Засняли интересные кадры, да, Маша? Вот одна птичка иглу сделала. Потом мы сделали вот тут вот, той зимой. Ну да, нынче будете делать всякие фигурки? Я опять иглу построила. Оксана, тебе тепло в этих сапогах? И вот, представляете, у нее сапоги высокие, она умудряется в них снег набрать. Снегокат. Снегокат нашли? Ура, идите, берите. Сейчас Ваньку на снегокате с Маринкой с садика повезем. Папа не помнит просто, куда убрал. И сегодня, короче говоря, я так и не дорассказала. Мы там засняли кадры и выложим на канале «Жизнь с домашними животными». Что, катается? А ты куда? Починить? Вкрутить хочет, там что-то открутилось, говорит. И поэтому на канале «Жизнь с домашними животными» про птичек, да, выложим? Они у нас там классно так на кормушке, каждый день выкладываем туда еду им. Какие-то новые прилетели. Да, мы там засняли, но плохо было видно их. Но я постараюсь, да, там новые птички. И потом покажем. Покажу. Ну, потом обязательно покажи, глазки-то строишь. Берите, девки, самокат. Самокат, говорит, фу, снегокат. Маш, где варежки? Иди бери. Без варежек ты у меня никуда не пойдешь. Там возле печки дофига варежек. Оксана такие варежки одела. Ты можешь свои перчатки взять, а Маше эти варежки отдать. Или раз они тебе большие. Там у тебя твои перчатки есть, эти толстые-то, которые. В них холодно? Как так они теплые? Откуда я знаю? Которые нам подписчица присылала, знаете, такие наподобие, как курточки, такие перчатки. Она говорит, у них холодно. Я в шоке. Сейчас на магазин, кстати, еще зайти посмотреть, там варежки. Нет, так, Машке. Так у тебя же есть варежки? Нет, перчатки такие же, только поменьше. Перчатки не надо, варежки надо. Перчатки, сейчас. Ты же сказала, тебе перчатка холодно. Ну, варежки тогда. Господи, я не пойму этих детей. Ладно, ждем Машу и сейчас пойдем. Я тоже варежки вот такие вот одела у меня. Просто мои перчатки куда-то девочки нынче гуляли, я им давала, и они куда-то их сунули. Одна есть, второй нету. Как всегда после прогулки детей, да? Ладно, ждем Машу и идем в садик. Если интересно, то оставайтесь с нами. Тайсон со всеми здоровается, да, Тайсон? Тайсон? А, Тайсон? Тайсон! Ой, ты важный мой собакен! Пишите, какая у вас погода? У нас уже вон снега много-много-много. Много-много. Шапка, хорошо, день. Ладно, пошли мы в садик. Сейчас идем по дороге и вспоминаем, кто что. Как у Маши что-то пропало, талоны в школе украли. Оксана сегодня мне истерику закатила, да, Оксана? И у нее пропал на рюкзаке был брелок собачка. Ей на день рождения дарили. И у нее он пропал. То ли в школе забрали, то ли что. Потому что ни веревочки, ничего от этого брелка не осталось на рюкзаке. Ну, скорее всего, кто-то снял. У Оксаны аж слезы. И она все еще, мама, мне брелок надо этот. Надо его найти. Я говорю, а где ты сейчас его найдешь, да, Оксана? Пообещала, что потом сделаем ей другой брелок. Мы сейчас идем, тут-то классно, все везде в снегу.
Заснежено, снег идет на улице, тепло, хорошо. Классно это, зимой утром. Ну, а сейчас что, не зима? Нет, осень. Зима. Осень. Вот так вот. Ладно, шагаем дальше, мы до садика. Все, забрала Ваню и Марину, все уже разбежались и куда-то. Ваня, покажи, какие у тебя варежки новые, Ванюш. Вот такие вот красивые варежки. Ну, дома покажем, да? Все, снегокат берем. Ой, садись, Ванюшка. Поедем, поедем, поедем кататься. Ножки ставь, ножки ставь. Вот так вот. Во, там Оксана бежит. Там ребятки в домике Маши с Мариной спрятались. Марина прям по снегу. Хорошо ботинки, штаны заправлены с ботинками. А? Хорошо, покажи, какие у тебя варежки новые. Покажешь? Такие вот варежечки. Все, садись, Марина. Ладно, все, едем домой. Дорогие друзья, вы меня как-то просили показать оценки. Сейчас вот Маша мне дала телефон, она показывала. И смотрите, что у Маши. Изобразительное искусство. Это вторая четверть. Вот написано, вторая четверть. Я не знаю, как у других там открывать. Ну вот изобразительное 5, литература 2 четверки, 2 пятерки, математика 4-5, музыка 5, окружающий мир 3 пятерки, 1 четверка, родной русский язык 5, русский язык 1 тройка, 2 четверки и пятерка. Ну, в принципе, неплохо. Это все оценки. Вот. А за сегодня, Маша, как посмотреть? Показывай. Сегодня она получила по литературе 5. И по какому еще предмету? Окружающий. 5 и 4. Ну, она у меня молодец. Сейчас покажу у Оксаны, какие оценки, наверное. Так, это у Оксаны. Сегодня вот Оксана пятерку получила за контрольный тест. Вчера у нее была практическая работа по технологии 5, музыка у нее 5 и литература устный ответ 3. Ну, это нормально. Вот на этой неделе пока оценки. Вот такие вот. Сейчас мы просто сели уроки делать, и вот сейчас Оксана сделаю, потом покажу, что у остальных постараюсь показать.